Город Каспийск с каждым днем становится краше и лучше. Появляются парковые зоны, проходит реконструкция общественных и дворовых территорий, открываются досуговые площадки и многое другое. Над данными изменениями ежедневно работают сотрудники ведомств города, в особенности ЖКХ муниципалитета. Так, начальник управления Мурат Алекберов рассказал о проделанной работе за прошлый год. Электромонтажные работы по строительству воздушных линий, электромонтажные работы по реконструкции были у нас линии электроснабжения по 9 улицам. Кроме того, по 6 улицам у нас, 6 локаций проходилась у нас замена теплотрасс. Это улицы, которые входили, объекты, которые входили в программу комфортной городской среды. На сегодняшний день также активно проводится работа в многоквартирных домах, которые ранее попали в программу комфортной городской среды. Сотрудники ЖКХ заменяют сети водоснабжения, водоотведения и канализации. Кроме того, в ближайшее время по этим же локациям у нас 5 дворовых территорий и 3 общественные территории планируется замена сетей теплоснабжения, в том числе магистральные теплотрассы. И, кроме того, значит, микрорайонный кемпинг мы планируем в ближайшее время, значит, прокладку канализационных сетей и прокладку сетей электроснабжения. Отметим, что сотрудники управления ЖКХ регулярно проводят работу по общественным запросам и жалобам, выезжают на место для урегулирования возникших ситуаций. Недавно мы провели по обращению участника СВО. По улице Маячная мы, значит, совместно с Каспийгазсервисом сделали арку для того, чтобы на эту улицу могут заехать и скорая помощь, и, значит, спецавтомобили. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году управление ЖКХ провели колоссальную работу по улице Ленина, Орджоникидзе, Ильяшенко, в микрорайоне Кемпинг и многих других районах города.